Авраам же это был, в общем, обычный человек. Ну, в общем, он был необычный человек, с одной стороны. Он был большим религиозным деятелем в Древнем Вавилоне. Ну, человек. В той цивилизации, которая была тогда, в общем, единственная маленькая цивилизация. Да, он был из них, из древнего вавилонянина. Но после этого у него было большое прозрение. Он начал догадываться, что за процессы происходят, причину процессов, которые происходят в том маленьком обществе. Почему вдруг взорвался эгоизм? Почему люди перестали понимать друг друга? Почему они возгордились так, что якобы аллегорически захотели сотворить эту башню до неба? То есть властвовать над природой. Никогда раньше у человека этого не было. Вдруг начали ненавидеть друг друга, использовать друг друга вместо той маленькой такой общинной жизни, которая была у них в Междуречии. И он начал об этом думать, и вот он к чему дошел, что действительно все это и создано для того, чтобы приподнимать человека над его растущим эгоизмом. То есть то, что происходит сейчас, это только причина для дальнейшего развития человека, который над этим должен развиться. То есть сохранять предыдущую свою общинность, единение, любовь, глядя на окружающую природу, так и сказано. Есть такой мидраш раба, великий древний мидраш. И он говорит об этом, что Авраам выходил, смотрел на звезды, на солнце, на небо, и, глядя на все на это, он пытался найти, а что же в природе происходит, и почему таким образом вдруг отдаляется от природы это мини-человеческое общество такое. И он нашел вот этот ключик, что специально в человеческом обществе возникает эгоизм, чтобы человек над этим все равно соединился снова между собой и был подобен общей природе. Любви, соединению, взаимозависимости, интеграции вот этой, которая существует в природе. То есть это запрограммированное испытание? Это запрограммированный рост человека. Только таким образом он может расти. Угу. Когда будет приподниматься над растущим в нем эгоизмом. Авраам был, если тогда еще уже существовали понятия национальность. Нет. Не было. Вавилон? Вавилонянин? Он был вавилонянин. Да. И тогда еще не существовало еврейского народа в таком... Да вообще никакого. Никакого народа не существовало. Была маленькая цивилизация. Да. Он был там одним из жрецов. И об этом очень много описано. Очень интересные подробности. Я по отчеству Ибрагимович. Ну, Авраамович. Авраамович. Да. И... Так вот, сказано так, что он после того, как раскрыл эту систему, сломал всех своих идолов. И вместо этого поставил как бы палатку большую, шатер, и начал зазывать всех проходящих мимо, угощать их, ну, в общем, как-то привлекать, для того, чтобы объяснять им то, что он раскрыл. И из этого он собрал вот эту группу людей, первых каббалистов, своих последователей.